Мелеузовский мясокомбинат включился в программу защиты и поощрения инвестиций. Соответствующее соглашение руководство предприятия подписало с правительством региона. Инвестпроект предполагает создание консервного цеха для расширения действующего производства. Объем вложений 152,5 миллиона рублей с созданием 50 новых рабочих мест. Ранее проект был представлен главе республики в рамках инвестчаса. Предполагается, что мощность будущего консервного цеха достигнет 11 миллионов банок в год. В среднем за год в Башкортостане потребляется более 1 миллиона килограммов подобной продукции, поэтому расширение производства будет актуальным, считают на предприятии. Общий объем произведенной пищевой продукции в Башкортостане в прошлом году составил 2 миллиона тонн или 111% к 2022 году. За последние 5 лет в республике реализовали 12 крупных проектов, в которые инвестировали порядка 8 миллиардов рублей. На этапе планирования или реализации 26 проектов с общим объемом вложений до 24,5 миллиарда рублей.